Нам очень понравилось. Нам очень понравилось. Еще здорово, что ребят, несмотря на ограниченное количество времени, появилась масса своих идей. Мы даже не ожидали, на самом деле, такого творческого потока. И поэтому нам очень понравилось. Вам удалось? Мы всегда заинтересованы в талантах. И, в общем-то, неважно, там, будем мы с ними работать в каких-то текущих проектах или в новых, прямо сейчас или через год. Но мы считаем, что как это все самые классные проекты делаются, если есть классные люди. И, собственно, поэтому мы всегда стараемся быть в центре этих событий. Если некоторые из них продолжат работу в том направлении, которое они выбрали сейчас, и уделят этому там не 48 часов, а там пару тысяч часов, то я считаю, что они смогут сделать очень интересные решения как бы для рынка в целом, а не только там как решения каких-то исследовательских задач. Спасибо.